Авторские рестораны. Третье и второе место. Третье и второе место. Третье и второе место. Получают All Seasons. Автор Сергей Ярославцев и футурист. Fine Dining. Номинация Fine Dining. Третье и второе место. Европа, Бельмонт Гранд Отель Европа и Минералс. Вавельберг Отель. Просим на сцену представителя. Егор Никонов, шеф-повар ресторана Минералс. Сергей Ярославцев. Мы называем победителей, тех, кто заняли первые места. Авторский ресторан Буржо Богемианс. Автор Артем Гребенщиков, но у нас управляющий ресторана, как я понимаю. Ваше имя? Виталий. Следующее. Fine Dining. Вот тут у нас два первых места. Никак эксперты. И самое главное, они всегда одинаковое количество голосов получают. Посланник России, ЮФТО в Организации Объединенных Наций. Я, может, не так называю, но как-то он сейчас скажет, как правильно надо произносить это. Международный эногастрономический центр, президент. Леонид Гелептерман, в том числе и председатель комитета РСТ по гастрономическому туризму в России. Это потрясающий человек. С большим удовольствием вырвался в Питер хотя бы на полдня. Наталью очень уважаю. Премия хорошая, честная, правильная. Экспертное сообщество выбрало вас. Ну а что может быть лучше, когда коллеги по цеху дают такую оценку? Поэтому вам радоваться, нам радоваться, что вы есть, и можно к вам ходить и получать большое гастрономическое удовольствие. Туристам, которые приезжают, я так понимаю, московских же нет ресторанов? Нет, рестораны у нас только Петербург, московские отели. Да. Хороший повод приехать в Питер, зная куда, зная то, что у вас будет точно вкусно, точно гостеприимно. И я слово придумал, хорика-апна. Хорика Апна. Точно. Хорошее слово. Благодарим. Мы всех приглашаем посетить наш ресторан, попробовать прекрасные сеты, которые готовят наши шефы. Ну и будем развиваться и подтверждать это звание, надеюсь, в будущем. Спасибо большое. Благодарим. Ильма Гадычини. Спасибо большое за высокую оценку. Спасибо экспертам. Но за 10 лет работы хочется уже сказать спасибо всей команде «Релага», которая уже сформировалась за 10 лет в такой монументальный постамент, да, на который можно положиться. И очень большое спасибо хочу генеральному директору Галине Николаевне. Галина Николаевна. Операционному директору Юлии Федоровне, которая тоже здесь присутствует. И спасибо ребятам, официантам, менеджерам, поварам. Это большое дело, когда уже команда работает как часы. Спасибо за прекрасную номинацию, за интересную программу. Вам спасибо, что выбираете. Приходите в гости. Спасибо. Большое спасибо, что нас выбрали. Мы рады здесь быть. Вот. И ура. Егор Никонов, ресторан «Минералс» отеля «Вавельберг», шеф-повар. Просто призываю посетить этот ресторан и посидеть там за стойкой. У нас большая уникальная чароитовая стойка длиной более 7 метров, протяженностью во весь ресторан. И спасибо вам большое за высокую оценку нашей работы. Мы будем становиться для вас все лучше и лучше с каждым годом и с каждым днем. Спасибо большое. Огромное спасибо, что вы с нами. Третье, второе место занимают терраса Ginza Project и невесомость отель Веденский. 2024 года. Царь Palace Luxury Hotel & Spa в Царском Селе. Четвертая церемония награждения конкурса отелей и ресторанов «Хорика Ап». Знаковые рестораны Петербурга, легендарные отели Москвы и северной столицы. Весь цвет отельно-ресторанной индустрии на церемонии «Хорика Ап Awards». Аудитория 18+. Компания «Меха Петербурга». Императорский фарфоровый завод. Царь Пелос Лакшери Отель энд Спа Пушкин. При информационной поддержке «Коммерсант» и «Аргументы и факты» представляет.